Всем здравствуйте, с вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Это видео записываю 31 числа, вот буквально перед Новым годом, вечером. Этим видео хочу подытожить весь год, так сказать, подвести итоги. По итогам этого года аудитория канала расширилась. Ну, как бы по моим меркам это нормально, по меркам каких-то суперканалов, конечно, это мало. Вот. Но все равно спасибо, что подписываетесь и смотрите мой канал. Мне приятно, меня это мотивирует, и гостей канала я попрошу, подписывайтесь, нажимайте там на колокольчик, и дальше будет, возможно, интересное видео, потому что мне это будет тоже интересно. По статистике смотрю, 80% без подписки меня смотрят. Вот. По аквариуму. Вот сейчас я сделал видео и считаю, что один из неплохих видов, вот, и он имеет именно сейчас. Вот, середина недели, он не после подмены, до подмены. Вот, свет включил на полную яркость, и вот, вы можете оценить состояние растений на данный момент, состояние рыбы. Сейчас подается постоянно CO2, подаются микро, макро, железо и альгицид. Это все в автоматическом режиме. Ну, в общем, аквариум начинает оживать. Кто досмотрел уже вот до второй минуты видео, и кто желает поучаствовать в какой-либо помощи каналу, я оставлю ссылки внизу под описанием. Это ссылка на сервис Letyshops, по которому вы регистрируетесь, получаете кэшбэк за покупки в различных интернет-магазинах. Зарегистрировавшись по моей ссылке, будет кэшбэк идти и мне. То есть таким образом вы поучаствуете в развитии канала. Ну, также для жителей Украины я оставлю ссылку для регистрации в сервисе Monobank. Я думаю, уже все знают, может, у кого-то еще нет этой карты. Сам пользуюсь и рекомендую. Очень удобный сервис. При регистрации я и человек, который зарегистрируется, получит также ссылку. Кэшбэк, прошу прощения. Вот, в общем-то, кому интересно, можете дальше продолжать смотреть видео. Вот. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать развития, удачи, здоровья, вот, чтобы в аквариумах всегда был порядок, баланс, чистота, вот, и не было водорослей и всех прочих неприятностей. Вот. И до встречи, ребята, в новом году. Какие планы будут в новом году, еще не знаю. Ну, что-то новенькое будет, это я вам обещаю. Вот, спасибо, что вы меня смотрите, спасибо, что вы есть. Всем пока. Хороших выходных и праздников.